Уже в следующем году в Ульяновске должен открыться крытый футбольный манеж. Однако пока дата введения в эксплуатацию весьма расплывчата, подрядчик отстает по срокам. Новый спортобъект, напомним, строится в Засвияжском районе на улице Шолмова. Стройплощадку посетил в Рио губернатор Алексей Русских. По словам чиновников из Министерства строительства, подрядчик отстает по срокам на 14 дней. Вина тому протекающая рядом свияга. Объект достаточно сложный в связи с чем? С тем, что здесь грунтовые воды 60 сантиметров как были. Потом далее после грунтовых вод, ну, где грунтовые воды, отложение, чернозем и ил. В связи с этим пришлось проводить дополнительные геологические изыскания. Проектный институт выдал решение вбить больше свай и установить монолитную плиту под футбольное поле. Однако глава региона считает, строительство отстает как минимум на квартал. То, что я сегодня увидел, работы не ведутся. Работы не ведутся. Арматура вся заржавела. Они ждут каких-то принятий решений по возражению, так что у нас есть с этим остановили, ничего не делают. Мы-то не можем себе позволить, чтобы строить сорвался. Манеж планируется двухуровневый, с полноразмерным футбольным полем и трибунами на 500 мест. Алексей Русских поручил ускорить работы и предупредил, будет периодически заезжать на стройку без предупреждения. Работа кипит и в Ленинском мемориале. Памятник архитектуры капитально ремонтируют, но не всегда добросовестно. При осмотре присутствующие заметили нарушение строительных технологий. Мраморные плиты укладывали прямо на песок. Цемента не видно. Кто за технологией следит? Автор проекта плюс инженер. Не, ну это сейчас давно уже будет. Слабоватый. Да это не слабоватый, это просто нет. Алексей Русских поручил расторгнуть договор с компанией, осуществляющей технический надзор. Анна Тищенко, Улправда ТВ.